очень близки были к подписанию такого текста, был согласован с большим трудом текст документа, и грузинская делегация тоже подтвердила свою готовность. Но спустя буквально полчаса пришло указание грузинским участникам, чтобы они свернули эту деятельность. И с тех пор мы долго пытаемся уже подвести дело к возобновлению работы над документом по неиспользованию силы, пока этого сделать не удалось. Но повторяю еще раз, что Женевский процесс – это не только красивая картинка, где важные люди подписывают бумаги, обмениваются папками.